Здравствуйте, друзья. 17 июня, 7 утра. Вот жалко, что я вам не сняла во дворе. Вот смотрите, опять у нас идет, опять дождь. Эх, и жалко, что я сегодня вообще... Видите, дождь льет. Дождь лил всю ночь. Вчера полдня и вчера всю ночь. Вот я уже приехала на остановку. Вот приехала вот оттуда. Вот так вот автобус там останавливается, шестерка. И вот тут вот у меня рабочий. Вот напротив Варникса. Это называется Северный жилой массив. Сейчас через 15 минут будет рабочий автобус. Ну что это за погода, а? Ну это кошмар какой-то. Я сегодня, пока прошла по двору, набрала полные ноги. Вова будет сейчас доски ложить. Но это дождь уже поменьше, а то вообще лил. Лил всю ночь. Это какой-то ужас, а? Это просто кошмар. Июнь заканчивается, погоды нету. Погоды нету, что делать? А представляете, люди на море поуезжали, а там дождь льет. Ну не знаю, на море так же или нет, как здесь. Смотрите, какие лужи. Ужас. Вот поливает, а? Всю ночь лил. А у нас вода сейчас вся стоит во дворе. Но мне некогда было сейчас. Я вечером приду с работы. Опять эту канаву буду водосточную, которая вода выходит на улицу. Опять буду прорывать. Наверное, она заросла травой. Вода не уходит. Пока что все, друзья. Пипец. Вот это лужа. Вот это называется закрытое окно. Через закрытое окно вода налилась. Откуда она лилась? С подоконника вот. Вода на подоконнике. Окно закрыто. Ну вот так. Надо окна ремонтировать. Сейчас буду мыть эту лужу. Друзья, это называется египетская сила. Пришла такая красивая-красивая на работу. Красивая-красивая. И не раздеваясь, сразу за швабру и пошла собирать вот эти лужи. Видите, мокрый пол. Вот так. Вот так, друзья мои. А вот так. Ничего не могу это. Вот так я выгляжу. Такая красавица-раскрасавица. Красавица-раскрасавица. Не видно... Ой! Моих туфлей. Все по цвету. Я сегодня как вышла из дома, я от порога, пока дошла от порога до забора, у меня ноги мокрые, во дворе по щиколотку воды. Ну, попробую еще во дворе вам снять. Показать, что у нас творится, это просто трэш. Пока-пока. Ну что, друзья, дождь дождем, видите, дождь идет, а работа не ждет, как говорится, война войной, а обед по расписанию. Мне все равно, что дождь или не дождь, мне надо помыть окна. У меня в офисе вот это осталось одно окно у главного бухгалтера.
во всем коридоре. А там меня на втором этаже женщина ждет. Потому что ей тоже надо мыть после меня. Но мне самое главное грязь смыть. Видите, какие грязные. Это потому, что производство здесь. Производство. Сейчас я сюда... А бухгалтерша главная ушла в отпуск. Я у нее одно окно давно уже помыла. Но здесь было некогда, потому что у нее постоянно люди. Смотрите, какое грязное. Видите? И сейчас я его вымою. Выдраю. И оно будет у меня чистенькое-чистенькое. Вообще я люблю мыть окна. Я по окнам профессионал. И ничего мне не мешает. Неплохая погода. Ничего. Окна я мою хорошо и быстро. Так, все. Пока что все. Вот смотрите, друзья. Вымыла я окно, и несмотря на то, что идет дождь за окном, окно выглядит чистым, видите, такое, как слеза. Хочу сказать, что я не то, что горжусь довольна или довольна своей работой. Как вот, вы знаете, я вот таких окон за сезон могу вымыть до 40 штук. Вообще люблю мыть окна и вообще люблю приносить людям радость. Я знаю, что я приношу людям своей работой радость. Вот не люблю ни перед кем заискивать, но... Блин, чуть не упала. Ни перед кем не заискиваю, но все равно люблю, когда люди счастливы, когда люди удивляются. Господи, даже не видно, что там есть стекло. Когда они радуются, и люди мне платят тем же уважением и любовью, несмотря на то, что я простая уборщица, они разговаривают со мной на равных, общаются, и, ну, и поят, и насильно садят и в разных кабинетах и кофе, и чай, и делают мне подарочки разные к 8 марта. Вот так. Ну, я это не, как говорится, а я им стараюсь сделать приятное, отплатить тем же. Ну, не за то, что я там заискиваю или лебежу, а просто вот так вот. Вот такие у нас отношения в коллективе. Они ко мне хорошо относятся, я хорошо отношусь к ним. Вот это решетку потом надо будет еще помыть. Вот это окно я вымыла уже давно. Просто ждет своего часа. Надо тоже решетку поставить. Ну, просто она сейчас, сегодня нет ее. Не было возможности помыть. Люди постоянно тут толпятся. А сегодня ее нету, я ей вымыла вот это окошко. Вот так вот. Иногда, вы знаете, я как начинаю окна мыть, я увлекаюсь. Я могу вымыть по 4, по 5 окон сразу. Но дело в том, что вот эта работа ж у меня одна. И я стараюсь, чтобы успеть на другую работу, я мою в среднем где-то 2 окна за один раз. Но сегодня вымыла одно. Ну, так вот, видите, какие чистые. Это просто капли. А вот дождь пройдет, вот этих стекол даже не будет видно, что они там есть. Вот так. Как говорится, ты мне, я тебе, обмен положительной энергетикой. И люди ко мне хорошо относятся. Я стараюсь сделать хорошо людям. Так, пока что все. Дождь. Дождь стеной идет. А как же мне домой идти? Где солнце? Уже светло? Нету бульбочек. Ну дай бог, чтоб прошло. Так, сейчас 19:45. Гляньте, какое небо. По идее, еще должно светить солнышко в это время, в июне.
Но сегодня смотрите, что творится. Дождь прекратился, но небо черное. И мне надо быстренько валить домой. Это вот как раз небо черное там. На той стороне. Вот что-то телефон. Видите? Телефон уменьшает всегда. Так, все. Речушка наша. Все, побежала я на автобус. Ну что, друзья, иду домой. Уже подхожу до мясной магазин к своему дому. Сейчас посмотрим, что там во дворе у нас. Полдня дождь поливал. Не знаю, сейчас глянем. Сыро. Вай мэ. Полная воды. Видите, вода льет. Но вода уходит. Вода уходит на дорогу. Сейчас посмотрим. Слушай, как ты забодала, а? Вот это орет кот соседки у нас днем и ночью. Мушка меня встречает. Что тут? Сейчас ёшкин кот. Ну все. А чё ж взять? Доски не положила. Это немножко ушла вода. А вот это вот, видите? Ой. А утром я не могла пройти. Сейчас вот, видите? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну как же мне пройти? Я из-за цветов не смогу. Ну ладно, пошлепаю по воде. Бляха-муха. Тут надо галоши одевать. Ой, блин. Я из-за цветов не пройду. Видите, что творится? Вот так вот мы и живем. Ой. Вот так вот мы и живем. Вода вот эта вот. Видите, все в воде. Видите, какая лужа. Ужас. А кот сильно орел. Да, вон она сейчас орет. Привет, ку-ку. Здрасте, а я вам встречать. Сейчас будешь мне память в телефоне чистить. Ужас. Настя, у вас сильный дождь был? Ну... Ну, с 5 утра и до 11 без перемен. Ну, с 5 утра-то я знаю, в 7 утра я уходила на работу. А я в 5 встала. Я знаю, это она, чтобы точку доступа у меня взять, чтобы телефон посмотреть. Угу. Я ж ей не ложу в наказание, интернет уже 2 месяца, так она у меня. Видите, какая красавица. Марина дома? Да, а была в ночь. Я знаю. Ну ладно, ну, друзья. Вы знаете, вот хотя бы, вот, ну, блин, ну упала в лужу. Видите, вот тупо вот, надо вот, идете вот мимо Пятерочки, да? И там этот, на Молоково, вот как кошки вот. Кошки пробираются. Ну, на зеленую идти. И то есть, ну, типа, я, блин, такая смотрю, типа, ну вот, вот типа вот такая то нужна. Короче, хотела померить и упала по колено. Давай быстрее. Ну что, привет, друзья. Утро. Кошки ждут. Что здесь после дождя творится? Видите, что? Ну, это лужа уже ушла немножко. А вчера я вообще по щиколотку воды набрала. Вот так и живем. Вот так и живем. Все в воде. Видите, сырость. Поэтому такое все неуютное. Все неухоженное. Видите, что? Зато крики зато он квакает. Крикам красота. Так, пятница. 7 утра. Я бегу на автобус. И боюсь опоздать. Видите, небо черное.
Опять, наверное, будет дождь. Ой. Что, люди стоят на остановке. Наверное, я еще автобуса не было. Так, все спешат. Все спешат, все бегут. Вон автобус, видите? Ну все, я успела. Всем пока-пока.